преддверии Нового года в Ленинском округе проходит много различных культурных праздничных мероприятий, в том числе и елка главы. Это новогоднее мероприятие – давняя традиция муниципалитета. Обычно его участники – ребята старше 7 лет. Но уже второй год подряд на елку приглашают и самых юных жителей муниципалитета. Почти 300 мальчиков и девочек от 3 до 6 пришли в этот раз в ДК, чтобы зарядиться волшебным настроением. Эта елка проходит для детей, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию, для детей участников СВО, для детей инвалидов, для детей из многодетных семей, также для детей, которые показали большие достижения в конкурсах. Интерактивные игры, хороводы, мастер-классы, сладкие подарки. Было сделано все, чтобы яркую, захватывающую атмосферу любимого праздника почувствовали все гости мероприятия. Да, нравится, все нравится. Спасибо молодым ребятам, которые организовывают все это, волонтерам. Для еще более молодых ребят. Новогоднее настроение очень чувствуется. Спасибо. Волшебную сказку для юных зрителей придумали и сыграли артисты театра «Твит», для которых выступать перед такой аудиторией задача хоть и непростая, но очень приятная. Все мы знаем, что маленьких детей очень трудно завлечь. Но в данном случае сегодня их завлечь удалось 100%. Работать с такой маленькой аудиторией – только одно удовольствие для нас. В заключении праздника детям показали новогодний спектакль. Его активными участниками стали и сами ребята, помогая положительным персонажам спасти от злого колдовства Дедушку Мороза.